Привет! Как тебя зовут и откуда ты приехал? Эрик Антонян. Я родился и живу в Лондоне. Ничего себе, в Лондоне! А что ж тогда ты тут делаешь? Я уже был год в сети Великобритании. Вот сейчас хотел попробовать себя здесь. А вот голос Великобритании, до какого ты этапа там дошел? Не прошел. Даже слепые прослушивания не прошел? Не. Ну, в этом году ты попал к прекрасному наставнику, к Егору Криду. Скажи, пожалуйста, он тебе нравится как исполнитель? Очень нравится. Ты слушаешь его песни или, может быть, он нравится тебе именно как человек? Человек, и я слышу его песни. А какая любимая песня? О боже, мама, мама, я схожу с ума. Слушай, вот к тебе повернулись почти в самом конце песни. Расскажи, вот ты нервничал или... Какие вообще твои эмоции, впечатления? Я это не ожидал. И просто счастлив. Как ты думаешь, чему тебя сможет научить такой наставник, как Егор Крид? И какие у тебя вообще планы на проект? Ты хочешь просто поучаствовать, либо же дойти до там, финала или суперфинала? Ну, это уже честь большая. Но если я могу еще, я не против победить. Я уверена, что у тебя все получится. Я желаю тебе удачи. Давай пять. Мои поздравления.